хочу показать не очень приятное зрелище. Слабонервным не смотреть. Слабонервные есть разные, но сейчас покажу. Я буду показывать, ой, не знаю, улитка без панциря. Я не знаю, как правильно называется. О, потом посмотрим. Вот. Если кто видит, вот это чудовище. Солнце на него попадает, но он не собирается спать. Он выделяет влагу. Он, она, я не знаю, как правильно называется. Это чудовище. Но очень интересное. Они вообще прячутся, когда солнце, жара, они вообще вечером выползают. А это прям лежит такая морда, глаз у него нет. Такая прям хочется потрогать, как маленькая змейка какая-то, мордочка такая, как у питона. Мордочка, потому что это его морда, реально его морда. Вот, вот такое вот. Кричу со всех сторон. И лежит, главное, на солнце. Он такой блестит, блестит, вот шевелится. Сейчас шевелится он не сильно. Мне он противный. Я не могу сказать, что я его боюсь, но он просто противный. Сейчас покажу, он начнет двигаться. Вот. Давай. Он может растягиваться, он становится очень длинный. Ну, как черви, в принципе. Глаз у него нет. Ну, вот такое вот чудовище. Ай, не знаю. Даже что-нибудь. Дракон, не дракон. Ну, смешно, конечно. У него тут такая вот штучка красивая, как у дракончиков. Такие. Вот такой. Может. Ну, некоторые же любят, держат улиток ахитинов. Они тоже. Вот у меня они противные вообще. Ну, чтобы потрогать. Очень противная. А, слизень. Вот он как называется. Вспомнила. Но почему он лежит на солнце, не знаю. Странно очень, что он... Он видно, что здесь крутился. Такое вот место не очень приятное. Такая слизь вокруг него. Но он не прячется. Не по идее прячется в землю. Но почему-то он так себя ведет. Странно. Такой вот интересный. Этот слизень. Ну... Я же говорю, блестит прикольно. Но он вырабатывает специальный слизь, чтобы его солнце не палило. И вообще, чтобы ему было хорошо передвигаться. Ну, вот такой вот интересный приколист. Не знаю, откуда ему деться. И что он не прячется, я не знаю. Так что, вот такое вот. В этом году нашествие. И просто никуда не деться от них. Их очень много. И вообще ничего не помогает, как с ними по-другому бороться. То, что раньше помогало, сейчас вообще ничего не помогает. Все, полез. Проснулся, наверное, и полез теперь прятаться. Всем хорошего дня.